Зато он вас выбрал, а не вы. Если противник меньше, у вас даже будет не один вооружен. То есть инициатива уже произошла. А, дайте на кузину. Вы работали, грубо говоря, первым номером. У вас задача была убрать руки, которые вам мешали, пройти за спину и застрелить. Когда появляется ножик, вы можете пройти за спину. А можете не пройти? Поэтому сейчас ваш приоритет смещается убить гада до выключить руку с ножом, а потом убить гада. Потому что опять-таки вы можете в него стрелять, а он будет вас тыкать, и это будет ничья. А нам не надо. Если нож уже в руке, а у вас пистолет в кобуре, и расстояние вот такое, земля вам пухом, вы ничего не делаете. Чисто теоретически можно попытаться что-то сделать, подарить, но это очень маленький шанс, просто не видите. Если нож у него в кармане, допустим, и вы увидели, что он за ним полез, люк снизу, либо он за ним полез, ремень безопасности, пришли сюда, либо осадили, что мы делаем, либо стоя отработали, с уверенностью двигались. Я буду работать стоя, если есть длинный рукав. Если я прошел сюда, схватил его за руку и вот так вот взял одежду, хером у меня вырвется. Я могу себе позволить обрубить отпустить. Если это футболка и плотные руки, я, скорее всего, не буду. Захват за одежду срывать жизнь. Исходное положение. Дистанция рука, пистолет в кобуре, нож в кармане. Чтобы было веселее, конечно, попробуйте сейчас свою футболку. Не надо куртки надевать. И аналогично с ним. Вы же не колите на руку? Нападает тот, у кого нож. Он достает, начинает атаковать. Вы работаете. Так, можете. Задача достать пистолет. Разрешаю.